начались съемки второго сезона сериала «Яли Кэпкизи», который каждую пятницу вечером приковывает зрителей к экранам Star и оставляет свой след в рейтингах как на телевидении, так и в социальных сетях. Популярный сериал «Ялы Чапкисы», «Яли Кэпкизи» скоро и каждую пятницу будет встречаться со зрителями со своей 37-й серией. Производство OGM Pictures, сюжет принадлежит Гюльсерену Будаиджиоглу, а главные роли исполняют Афра Сарачоглу, Мерт Рамазан Демир и Читин Тикиндор, в ролях Шериф Сизер, Гюльчин Шантарчиоглу, Эмре Алтук, Гюзде Кансу, Ирсин Аричи, Берил Позам, Дагукан Полот, Ирем Алтук, Азнур Серчелир, Фуля Дуэр, Дирин Полотагуллари, Сизин Базачи, Йигит Тунджай, Бучи Бусек Кахраман, Селен Азбайрак, Умут Гезер. Сценарий фильма «Мэншин Кэйпо» написан режиссером Бурчу Алптекином, Лейлой Услуатер и Экином Акчаем.